Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Рады вас приветствовать! Очередной яркий игровой день в континентальной хоккейной лиге готов стартовать! И мы с вами перемещаемся на арену «Металлург» в Магнитогорск! Доводят уже здорово шайбу до защитников магнитогорцы. И вот опять все эти набросы пока успевают перекрыть все линии броска. Вот сейчас, ой, как красиво! И непонятно, как Голдобин не завез эту шайбу у ворота. Как все здорово магнитогорцы закрутили. Вот здесь Голдобин. Коростылев, какое оставление. И вот здесь не совсем подстроился. Ну и молодец какой Пэрис О'Брайен. Именно его клюшка помешала Николаю Голдобину отличиться. И вот здесь потом фолит Тайлер Вон. И вбрасывание за Металлургом. Хольстрям. Вышла вторая бригада большинства. Здорово разыграно все это. Гол! Николай Голдобин здорово под перекладину бросает. И первое же большинство в этом матче реализует Металлург. Шикарная, конечно, разрезающая передача. И Николай Голдобин своим точным броском делает счет 1-0. 13-я шайба Николая Голдобина. Борьба там за воротами. Куньлунь ее не проигрывает. Но освежает. А линию атаки сейчас магнитогорцы. Наброс и шайба в сетке. Тут небольшой рикошет все-таки, наверное, был. Потому что как-то так Пэрис О'Брайен не слишком уверенно эту шайбу отразил. Ну, вроде бы там не было подправления от Майе. Да, прямой бросок. И от О'Брайена шайба влетает в ворота. Сразу же активны в отборе тут магнитогорцы. Ой, как здорово развернулся. Но шайбу не сумел выбросить Никонцев. Бросок по воротам Алкинора уже на щитках. И еще бросок. Гол! Забивает Брэндон Ип. Вот это да! Вот тут с первым броском справляется вратарь. Да даже в своего, скажем так, точнее, попадают игроки Куньлуня. Вот, бросал Спроу. И очень удачно шайба отскакивает. Но тот все-таки Вон успевает сделать эту передачу на Брэндона Ипа. И опять опасный ответ, и она залетает! Вот это да! По-моему, даже сам так не ожидал Клиффорд Пу. Вот, посмотрите, Клиффорд Пу спрятал так бросок из-под защитника. Здорово зарядил. И это третий гол. И четвертое набранное очко Клиффорда Пу за Куньлунь. Наброс. Попытка добить. И Хольстрём оставляет ее опять в зоне. Минута 25 есть у Металлурга. Бросок. О'Брайен. Добивание. Гол! И все-таки реализовано это большинство. Максим Карпов на добивании. 3-2. Бросок. Коростылев там здорово поборолся на пятаке. Шайба отскакивает Карпову. И он отправляет ее в ворота. Вот опять дает шанс Пэрис О'Брайен на добивание. И Карпов, конечно, им воспользовался. Поэтому следующий гол очень важен у нас, если мы его увидим. Ой, а вот здесь рисковал игрок. И, пожалуйста, вот это реабилитация. Вот это реабилитация Алекса Рича. Он удалился. Забили магнитогорцы. И сам же Алекс Рич сравнивает счет 3-3. Ну кто ж так через центр? Там ошибся грубо. Хорошо контролирует шайбу. Сейчас магнитогорцы. Голдобин. Туда в угол Голдобин. Ой, хорошо сместился на защитника. Бросок. И... ух, непонятно. И все-таки гол! Как они доели этот эпизод! Классная атака. Как тут Голдобин, посмотрите, красиво все сделал. Показал, что пойдет в центр, раскинул на защитника. Бросок вот здесь. Уже Голдобин мог добивать, но с достаточно острого угла все-таки Филипп Майе находит там щелочку между штангой и О'Брайеном и забивает свой очередной гол. Ну и я говорил вам перед началом этой игры, что больше-то одной шайбы здесь магнитогорцы не забрасывают. Игроки драконов, а у нас 5-3. Коробкин.
Егор Коробкин. 5-3. Один остался перед воротами. Шикарная передача. Но вот, пожалуйста, и четвертое звено наконец-то свое веское слово у «Магнитки» говорит. В принципе, вот так вот, уступая в две шайбы, очень часто за 2,5, за 3 минуты меняют вратаря. Тут, наверное, не надо это делать. 6-3. 6-3 – это дубль Карпова сегодня. Под щитками у Брайана шайба проходит, но это победа. Это теперь победа. Можем поздравлять «Магнитку». Да, все-таки более высокое, опять же, исполнительское мастерство сказалось ближе к концу. Вот эти вот шайбы. А вот он и гол. Но назревал он. 6-4. Все-таки забивают и заслужили эту шайбу хоккеисты Куньлунь Ред Стар. Лукас Локхарт.